Друзья, сейчас мы подошли с вами к розовому павильону Павловск. Здесь шикарные розы, очень красивые. Здесь 20-21 числа, 20-21 июля будут проходить концертные мероприятия в честь императорского букета 2024. Поэтому здесь будет обширная культурная программа. Вы можете сюда прийти, посмотреть. Здесь такие шикарные розы, очень красивые. Ну и посмотрите, вот эта знаменитая система прудов, которую создал Чарльз Камерон. Начиналась она от ручейка, от одного, затем от одного небольшого пруда, и затем ручеек. И вот так он плавно перетекает из одного пруда в другой. Здесь такая система прудов, которая нуждается в постоянном внимании, уходе. Но это очень красиво, необычно. Посмотрите, какая осока. А какой ручеек. Когда я была маленькая и ранней весной появлялись вот эти ручейки. И когда они только оживлялись, таяли, нам делали такие, знаете, самодельные лодочки из дерева. И вот по этим ручейкам мы запускали эти лодочки. Как сейчас помню, как это было. Такое яркое впечатление детства. И еще раз вид на... Сейчас постараюсь подойти поближе. Вид на... Так, так вот. На розовый павильон. Вот, иду вперед. Здесь, кстати, тоже можно и в любое время сюда прийти на экскурсию в часы работы, посмотреть. Вот такая красота. Сейчас подойду поближе, чтобы показать вам великолепные розы. Посмотрите, какие чудесные розы. В наших условиях, в нашем регионе это вообще чудо. Посмотрите. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, какое чудо. Здесь и белые, и красные, и розовые, разные сорта высаживают, за ними ухаживают. Вот такая красивая ограда. Необычная. Ну и вот дорожка, которая тоже ведет на одну из аллей парка. Розовый павильон, часы работы. Можете уточнить на официальном сайте. Ну и, конечно, великолепные липы цветут, березы. Но здесь смешанный лес, смешанные деревья. Вот тот пруд, от которого мы с вами только что подошли. Здесь очень красиво. Вот. Поэтому гуляйте, отдыхайте, наслаждайтесь природой и прекрасными видами. Павловский парк этому очень способствует. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайк. Всего хорошего, до свидания, до новых встреч.